Немедленно прекратить военные действия в Украине призвали в ООН. Генеральная ассамблея приняла резолюцию по действиям России в Украине. На экстренной сессии 141 страна проголосовала за резолюцию, против 5 государств, 35 стран воздержались. Документ также требует, чтобы Россия вывела из страны свои вооруженные силы. Отмечу, ранее в Совбезе Всемирной организации Россия заблокировала аналогичный по содержанию документ.